Да, вот она вам интрига чемпионата. Теперь уже не так, безусловно, Айдар Нуриев становится чемпионом, потому что Глеб Кузнецов возвращается в Москве и защищает цвета команды «Ларуспорт» «Роскет» на яркий желтый ладик «Калининспорт». Бог, к сожалению, он тоже прекратил свою борьбу. Андрей Петухов, который шел на третьей позиции, была у него бронза. В Сочи 32 очка, но теперь цвел можно сказать чума. Вот сейчас увидим повтор. Егор Санин! Самый сложный человек автомаза Николя Мор сейчас лично вручит награды. Сначала Андрею Масленнику, который сегодня на автомобиле «Лада Калина», спортивный клуб «Вип-Пауэр» из Казани, бронзовая награда. Горка. Серебро. Вот здесь Volkswagen Polo, Prado калужской сборки, московский пилот Глеб Кузнецов. Ну и быстрый и самый удачливый Егор Санин. Он получает заслуженную награду. И тем, кто смотрел внимательно горку, видел, где был Всеволод Гоген, он заткнул сам. Командный зачет выиграла команда «Лада Спорт» «Роснефть». И этим пилотом Николя Мор вручает заслуженную командную награду «Золотой кубок». Ура! А попробуйте Николя Мора поставить тоже на подиум. Поднимите его, поднимите его. Он вполне заслуживает стоять с чемпионами. Гоночный сезон в этом году фантастический. Не предсказуемый.
Господи, наконец пытается пробиться между Евгением Гатмахером и Александром Мрушко. Вот его автомобиль там внутри между ними. Есть контакт с Мрушко. Николай Вязанский пока через еще не стоит удар от Евгения. Такого предположить даже было невозможно. За рулем автомобиля находился Дмитрий Горецкий старший, а Андрей Плюшанов, невзирая на то, что мы с ним попрощались. Дальше мы не последний номер. Следующий номер уже пройдет. Это давно фоткали? Я тоже думаю. Давно.
Вот. Гриша Волоток! Григорий Дебен! А вот на вторую ступеньку почета, пожалуй, главного героя этой гонки, у которого... Красавчик! Программа СМП «Рейсинг. Развитие автомобильного спорта в стране». Лучшая и один из лучших ее представителей московской гонки Владимир Атоев! Я с удовольствием приглашаю коммерческого директора программы «СМП-рейсинг» Сергея Липца для того, чтобы он вручил награды Григорию Бурлоцкому, Санкт-Петербург, команда «Катрин-рейсинг», Андрею Машенникову, и золотую награду Владимиру Атоеву, который вместе с своим коллегам Антоном Владимировым выиграл команду для «СМП Пауэр». И понял на сегодняшний Владыгиных, вот такая у нас программа, и младший Владыгиных с этим справился. Коммерческий директор вручил награду. Молодцы! Что, Пашка? Еще махнуть хочется. Наливай, бежим. Даже блин, Андрюха, давай! Гриша, молодец, молодец, давай, не сдавайся! С легким паром! Молодцы, ребята, молодцы! Слава! Юрий! Молодец, спасибо! Юрий! Штуки тебе за... Поздравляю! Смотри, это третье.
Один, а это второй. Видишь, Таруся? Я только знаю. Бронзовая награда останется здесь, в Казани. Рустам Фатхутдинов теперь уже в фамильную коллекцию отправит серебряную. И золото отправится в город Пермь. Картинка. А вот в командном зачете, благодаря успеху Есину Булатова и Максима Корнилкова, победу одержала командой кубок «Уедет». Повыше кубки. Ваши ребята, встаньте вместе с Натальей туда, на первую ступеньку, поднимитесь всем. Вот так, по плотнее кубки, повыше, солнышко специально выглядывает, чтобы посмотреть. Подняли награды, фотографировали. Это заключительный подиум седьмого этапа национального мира.